Добрый день, рад приветствовать вас на выставке MIPS 2017 на стенде компании DSSL. Мы продолжаем развивать наш профессиональный облачный сервис Tracer Cloud, и сейчас я расскажу об основных обновлениях. Во-первых, хотелось бы обратить внимание, что мы полностью обновили дизайн главной страницы облачного сервиса Tracer Cloud. Также мы запустили в облачном сервисе новую функцию Tracer Cube, которая позволяет организовать онлайн-трансляцию на вашем сайте. Сегодня мы анонсируем нашу новую функцию докачки архива с флеш-карты камеры в облако. Это работает следующим образом. В момент, когда интернет-соединение камеры с облаком падает, архив продолжает писаться на флеш-карту камеры. После восстановления соединения архив автоматически докачивается в облако. Таким образом, вы получите гарантированную запись архива в облако. Также на стенде мы представляем наше новое мобильное приложение для устройств на базе Android. Данное мобильное приложение позволяет превратить ваш телефон на базе Android в IP-камеру, которую вы можете просматривать с другого устройства, с помощью нашего Tracer клиента или любого веб-браузера.